Извините. Я уже здесь, в принципе. Да зачем мне сумонить ряд подряд? Питер Ослова, советника сначала. Тактиком стан. Ток КД. Остальным гнев. Валимся в пачку. Кину. Сзади тут трэш. На фаталити будет работать. Если свои отключили. Какие печенья там справа упал? Воин-охотник-шаман, рога ДК Макдруль обычный. Я пока вот разролил только на ДК. Я еще кинул рогу на ДК. 97, да? Да. Вариант, кидай обмен туда. Еще не было никого. Давайте одновременно возьмем эту сферу. Бля, зачем ты это сделал? Вот, сука. Вы уролите. Вторую пока я не ролил. Мерлин печенью поролил рога еще. Видишь, 90 какой-нибудь 97 было. Вон он кинул рол, сказал, что ролит. Я дал роги. Гнев небес, бейте советника. Потом тактика. Нужно одновременно брать всем. То скилл нужен. Тех же пинг разный, кто-то не возьмет по-любому. Был в рейде, когда мы тупо спулили два трэша, 25 гели и убили без смертей. С контролем без смертей. Круто. А я двух собак в гели заливал одновременно. 24 человека. Господи, а я про гнила морду убивал в 13 тел, где и шоу. Тише. Доубивали полтора часа, но тем не менее. У нас так что ваши пишут. Писки не обоснованы. Вторая печенка. Ой, охотник шаман. Мрольте пока. Трэш. Летника бейте, там все такое, Войда не уроните. Дармою только нужно, ну отдам сейчас после трэша. Подал на скелете дармори. Там, короче, в бою. Опа. ДК. В двух танках. А, станы, кстати, поэтому вы умираете, если что. И снова на танках станы. Патруль, рез крабов. Опа. Правда классно в стане стоять, Бьерн? Как тебе ощущения? Нормально. Да ничего там. 8 секунд.
Резать крабочку рейсере. Этих. Пока не бегите вперед. Не надо. Попалом. МК Мараксусу. Буп. Давайте я двоих подержу. Два раза чихнул, это хороший знак. Чек на пол. Ну, вы же на боссе передаете? А, чё? Вы на боссе? К на боссе, да. Войд подержит двоих. Я просто мазал сумму. Войд от Эрос. Просто падает камни, что у вас есть делать. У нас это... Слышно, но неплохо. Все, запустили, все, Террес, иди. Сразу не врывайтесь, дайте паладину нагреть, особенно Талдорама. У нас роги, пусть роги напулят, хантов нету. На сферах, ШП. Кто рядом? Сферу подбивайте ее. Будьте безучастными. Лучше вихрь, кто не набрал раньше, тот получит урон. Ой. Агро Террес, дайте мне сальму. Вихрь могучий. Раньше 8 метров друг от друга. Тогда никто не умрет. Умер Мараксус. Дайте БР Мараксусу. БР этого Цезий. Нам не понадобится БР. 8 дрым. Лучше бы Ралли хантом на меня напуливал. Было бы вообще четко. Лишь нет ханта. Сферы бейте только эти. В кинетике, в смысле. Потому я говорил, что вот старпай, попросите Ралли, чтобы он хантом пошел. У меня пламя. Там где-то в мелизоне две бомбы упали, круто вообще. Боссы-то все, как им пройти? Знаете, вот можно пострелять пока. И телесет. Телесет точно, бомбы не вешайте на него. Чё она не поднимается? Паглос, наверное, висит и все. Сейчас еще полетим, да? Смотри, кровь, он там далеко. Надеюсь, катушечку упадет. Гипс-ролли. Баг с кинетикой. Сообщают мне игроки из рейда. Офигенно. Баг стоит следующим. Могучий вихрь сейчас мне расскажут, я вам расскажу. Смотрите, есть такая тема. Если кинуть корни, дамажить бомбу, то она не падает. А если вы ее дамажите, то она забагивается и падает. Бить нельзя. То есть можно кинуть корни и не бить ее. Вот. Можно, мне кажется, обузить эту инфу. Что, есть катушка? Нет катушки. Плохо. Тролльте перстень РДД, кто там присты, кто его носит. Я кинул тебе боб, но я не знал, что надо было Мараксусу кидать. Чаще человек. Не знал, я понимал сука. Это, но мне казалось, тебе нужнее. Вот это ролльте, кому нужен плечи, кожа, друли. Кому, значит... Оф, окей, отдам тебе. И вот этот кольчуг на хилы надо кому? Оф.
что контролит его, ну подождите, ну куда ж ты? Как он тебе плечи, да, отложил. А печенку, кто выиграл печенку на воин-охотник-шаман? По-моему, какой-то фурь кидал в писаните. Из армори точно, сейчас отдам печенку. Гнев небес, пожалуйста, советника убивайте, чтобы он там советовал ему ничего. В том тактик, они дают станы. Это не нравится танкам. Тактик, смотрите тут. И таился. Суманить, пожалуйста. Фу. Да. Что сумануть? Непонятно. У нас пока бой. Не можем. Суманем, погоди, рога. Забыли, ой, и что? Сейчас я возьму. Так, друг, плечи. Если вы будете кидать обмен, будет вообще классно. Тактику вот можно здесь внизу побить. По свореде выискать тоже проблемно. Бери, бери скорее. Токен. Кинул еще обмен как за зарплату. Токер. Терпи, рога, чуть-чуть. Что сзади кто-то это сражается с трэшем. Кто это? Это Терра, смотри. Брюс Ли, рождение дракона. Ты видел, он все равно ко мне. Да, я... Это дюймовый удар. Помнишь, Брюс Ли демонстрировал? Три водинки? О, а где лежат? Скорее, покажите мне. Вижу, прыгаете. Первая. Уйдите, совы, отсюда. Все разролим. Первую взял. Вторая где? Где она? Ну уже. На? А что вы пишете? Три. Поставьте шкаф, сманите рогу. И ролим один. Просто 8. Ничего себе, роллы мне. 98 террас. Давай-ка переролим с тобой. Кинул 40. А ты 25, до свидания. Эти бафы. Каску с шаманом. Сманите. Креста. Где певчий? Кто еще не с нами? Терраса, квест берет. Певчий куда-то отвалился. А, вот он. Певчий тут. Террас тут. Чек на пул. Валенко, рога, ты здесь? Присумоненный. Каску помага, ну, смотрите. Камараксус, держи.
Коваленко тут. Да, да. Смотрите, сейчас, погодите, ману попью. Нет вообще. Рыба стоит в центре. Вижу, почти. Вижу. Спасибо. Тут их две. 300 баф. Не знаю, кто первый кус получит. Кто получит, кусает певчего, а потом оптимуса, а потом по ДПС магов можете покусать. И под хил был, и ДПС. Все. Спулили. Укус на сове, кто бы мог подумать. Сова, укусишь певчего. Нори, зачем ты встал рядом со мной? Мы с тобой сейчас будем получать АОЕ урон от стрелы на взлетке. Сюда раньше пришел, чем ты. Че за борода? Иди хотя бы правее чуть-чуть к присту, чтобы рендж у нас был. Эх, сова там на укус. У меня нет талантов, а на игру. Каску не бафнули на креста. А не бафнули. Нормально. Летка 5 секунд, додотайте ее. Тени фурик. Шини страха. Укусы, сова, ШП, кусайте людей. Геру. Не, вот один аддон мне нравится, как она настроила. Хендриксон, а нет, не Хендриксон, с пингвиночкой, прочитай гимн на ману, пожалуйста. То маны что-то хилов 10% совсем. Чтобы добить нам хватит. Ты маны. Отлично. Че упало-то? Дайте мне посмотреть, дайте мне посмотреть. О, супер. Осколок. Где этот человек? Вот он. Полим вкусняшечку. 56, неплохо. 68. 101. 82 оптимус.
88 к Шанте. Все правильно? Да. Правильно. 88 к Шанте. Да. Получай. К Шанте. Вот так вот. ДК Макдруль первым двум паролу одинаковые печенки упали. 78, супер. Опа, ничего себе, соток. Много вреди сегодня. Реагенты для этого больного Финкельштейна. Так, рыцари и супер друг. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся. Все, идем на оставшихся боссов. Там полчасика, я думаю, максимум. Ахус, давай с нами. Похилить? Погоди, давай трэш убьем. Вайпнемся. Илики левую, потом правую. Мараксус уходит у нас. Хорошо, Мараксус. Пой все равно нету, так что... Все, милики, переключайтесь на носителя смерти. Все милики носители смерти. ЗД, заливайте повелительницу льда. Заливайте носителя смерти. Вот вам метка на нее, иначе она будет вызывать своих придурков. Постоянно. Вот. Титель смерти слева, РД его бьют. Перики там. Красный прокнул. Я видел по анимации, да? Жалкие создания. Умрите. Что я наделал? Кружочек нас интересует. Чуть-чуть по кружку можно поиграть, РД. Спросите, а чё вы там кого на исцеление не хилили? Забыли. Забыли. Жалкие создания, жалкие создания. Не дайте. Кликайте. Лестница танка. Не идите никуда пока. Сразу баф накидайте ему там лапу, не тупость, баф, все дела. Бафы тоже набегу. Готов будешь, вырывайся. Праведное там воткни. Вытаскивайте этих дурачков. Рога опять умер. Ладно, сейчас лезнем. Эти второго. Хотя можно туда прям врываться. В кучу. Тяги никакие, правильно? Это все для нуба.
нас Марах усохнулся, если у кого-то есть друзья, скучающие без дела. Да, два часа ночи. Есть Нитирог, да? А чё, у меня есть вот такие товарищи. Сейчас кабомет зайдет. Ну и хорошо. По хилам пока бьем с Валму, прислоните, у кого есть хилспеп, чтобы мне понимать, кого по порталам там рядить. Шинори хилспек. Может дойти похилить Оптимус. Арконно. Плюс к тем трем хилам, что есть, неплохо. Твой плюсик. Ну. Что у тебя холеприст или ДЦ? ДЦ. Давай тогда ДЦ спекнешься. Вот, посидишь на рейде. Полетают два шамана. Два шамана захилят. Хочешь идти похилить? Пала, Фален. Давай. Порталы пособираешь тогда с хилами. Если холепал будет, тогда не нужно будет магу перезаходить. Давай спекай сюда. Копье на цезии. И брак на ей. Грудь. Короче, хилы два шана в порталах. Порталы холи пал, значит, три. Труды С на рейде. Вроде норм. Офнуться надо до сингры. Тебе? Офайся? Да. Офайся, это несложный босс тут. Ходи. А я на рейде? А че вот вы убежали в комнату? Скажите, мы тут трэш бьем, а вы не бьете его. Не уважаете нас, что ли, или че? Кулак попал один, пожалуйста. Здесь в этих хилов. Ален. Тиф воет, негодует. РК, да, наш помет. Да. Кабомет, ставьте шкаф, суммоним кабомета. Где лок у нас? Лок. Так, тыкайте на сумм. Хант есть, у нас есть на пол. Супер. В порталах три хила, два шама, холи паулер, друга цены рейде. Я думаю, хватит. Там дадите, и у нас 4 паладина под крыльями, там еще будет 500 000 с возложения. Паладин возложения тратите только под герой. Крылья по себе даете, возложение на вальку. Джейс умоним. Нори, ты релогаешься? Это, я понял, ты все-таки за что зайти решил. Ну ладно. Джей тут. Джей, ты тоже летаешь, я так понял, да? Окей. Чек на пол вперед. Рыба стоит, хомяч. Рыба стоит, регайте ману там, что такое. Ешь, о. Джей. Поешь рыбку. Тупость, добав, сейчас дам. Ману отпейте. Каску по ханту дайте, он один. Ну все, вроде что-то засиделись, ну, чек на пол. Все, побежали. Оптимус и Дизамори подойдут попозже, ну, через 20. По приоритету сначала подавители, потом маги, потом жирные. Вы на них вообще можете не врываться. Побежал жирный, значит, убегут спортсмены. Вон справа пачки их. Давайте подавление. В первую очередь забейте на жирного. Пусть его просто хилит. Хилит танка. Ох, бей лучше магов, воскрешенных. Забудьте кидать червяков. Слева черепок.
этот не червяков, а лужу под жирным, чтобы червяки не ползали очень быстро. Талы. Шань, все делай. Так надеялся, что руку будет. Не дождешься. А. Так, жирный бежит, значит, подавление сейчас будет. Готовимся. Слева много, 4 штуки. Можно замедлять конусом холода. А, новый. Гневом небес. Точечными станами. Ну, чем угодно. Работает все. Право огненный. Приоритет в него. Давители справа много бежит, по 2 штуки. Подавителя, потом ледяного мага. Огненный там кастует сакру, дай еще слить его черепок в дальнем углу комнаты. Не заметил я его, он и лед слева сразу. А он нашел ману прочитаю. Геру уже дали паладины, крылья и возложение рук на валитрию, там по 90 тонн накинется из каждого. Линия в приоритете, забейте на жирного. Лево ледяной маг. Все отлично, захилили, молодцы. Можете переходить обратно на своих персов, спекаться в своей спеке. Хотя погодите на синдру. Нормально, хватит хилов. Опа, какая накидочка. Предбис. Предбис. На РДД. 97. Верка. Слав ШП, ролик на ШП. Войт, можешь спикнуться в танк, а помощь на трэше, ДК отойдет. 97. Ебать, я, короче, хитил, прикиньте, в ШП шмота, как ебать. Мань, чё, лад, это тапки на танка. Такие роллы. 4 ролла вообще, да? Офигеть. Вообще, блядь, в шоке. Да, ролл 4 и все равно срули. Шипалу начинающему отдадим пингвиночки в эти штаны. Думаю, что за фигня? У меня шапа шмотка где-то. Нормально. Идет. Главное, что никто не умер. Вот там Эрдру хилил, походу, нормально. Так, по хилам, два шамана. Может оставить еще ДЦ Хурипала? Или многовато, как считаете? Да было 5 штук. Да, притягивай трэш. Посмотрим, короче, после трэша. И на пол дашь на меня.
пошла жара. Воин мешает, вставать только. Если что, наличай, а один драйв. Ну, сразу говорю, потому что, ну, мне спать уже надо. Ты кто? Оптимус. А, хорошо, я понял тебя. Ну, убьем вот первый драйв. Рейд хороший, ПС тоже, 270 тысяч. Таким рейдом я бы и в Геру пошел, если честно. Нас вчера было почти столько же. Чуть, ну, больше. Да, и мы убили Лича с первого трая таким рейдом. Тоже 3 вагона было в рейде. Нормально, 260 с этим ДПСом, дичь Гер убивает, 260 плюс. Еще раз запустили. Бля, молодцы. Комуха, маг. Альномаль. Чтобы Е упадет, кстати. Тут. Фарм кожи. Сколько фармится кожа? Какой-нибудь там хитин не рубский, я не знаю. Нет, не фармится. Может, бое упадет. Ты немножко не теряй зря времени. Лутай или стрэш. Пофигу вообще. На группу лут. Что там? Какой все? Идите вторые, что ли, сейчас? Блин, а? Заново запустили в ловушку. Выпустите уже отсюда нас. Где выход? Еще пауки. Кините в рейд этих, в центре комнаты, которые. Кто не рулит с тобой? У нас только один шаман хилил ДЦ на трэш. Чё? У нас хилил только шаман пистовый ДЦ на трэше. Отлично. Прошу хилли, мне понравилось. Опасно. Сейчас посмотрим, кто у нас тут хилак будет. Минимум 4. Хочу, чтобы падали танки. Флэр шама хилы.
Холи Пал, пусть хилит. Слышишь? Фален Паладин спекаешься в Холи Пала после дракона. Так. ДЦ. ДЦ, да, неплохо. Оптимус, побудешь в ДЦ, в этом боссе. Я хорош в ДЦ. Шмоте Приста. Думаю, ты даже в Шмоте Приста справишься. Оптимус на пингвинке сидит, да? Почему? На Оптимусе. Зачем вам 2 ДЦ? Это ж это подожди, жопа. Пингвинка. А, все, вижу, послушание ДЦ. А, отлично тогда, все. 4 хила. Все, пусть будет. Нужно, все, пусть будет. Я просто не посмотрел, кем пингвин. Не сразу увидел, что послушание. Смотрите, как я танчил здесь вот, чтобы отбегать от Фира. Кто у вас хилов, хилы? 3 хила, 2 эршама, хапал ДЦ. Ты сказал 3 хила, 2 эршама, ну, потому что а, правильно, да? Потому что все ДЦ правильно. Это абсорбер, а не хил. Так как это... Пускай Холи Пал Ретрик аспекта с тем хил. Хила? Я что-то путаю. Подожди. А у меня в сову спекаться? Не, ну, пингвиночка, хил, пистола, хил, то еще. А это Холи Пал есть. Пингвиночка, ДЦ, вроде все. Ну, пингвиночка, супердруг, пистола, да? Три хила, ну хватит, наверное. Филархов. Олег хочет вайпа. Да нет, раз прожиматься надо просто, тогда не упадем. Давай прожимайся. Щиток обновляйся. У меня фраз шмота нету, у меня. Ты, наверное, видел шмот какой. Что в рейд без фраз шмота идешь? Ну как, есть так одна шмотка. Одна. Поставишь, включать света небес, побьешь светом. Не сильно-то поможет. Свет небес кастанешь. Это в рандом помогает. Рейдить 20 престол. Там уберите тотемы. Это отдавите. Потому что будет на всех на троих освобожденках, и потом мы умрем. Я в первую очередь. Можно копить освобожденку сколько хочешь. Там 20 стаков можно скидывать. 30, 50. Да, других не убьешь ей. Нормально, давайте 3 хила мы еще завалим ее быстренько. Ну че он нас не пускает в драку? Уберите тотемы или что там происходит? Тотемы, да, тотемы отстарели. Ты умер, эти самые, вот, кто-то умер. Там паладин стоял. У нас тут 3 мага, все, давайте так. Ларкин не зайдет, наверное, да? Ты Ларх, где ты Ларх? Роман ушел. Печально, так, пистоль. Супердру. 3 хила, чё? Давайте 4. Холи Пал, ой, Фален, наспекайся в Холи Пал, всё, ты в Холи Пале. Я тебя кидаю в 4-5 группу. Будешь хилить там. Фулл баф, ребят, 300, дру. Баф, рейд, фулл. Бафьте кому чё надо, пишите, чинитесь там, купите регов. Непонятно, что ты говоришь. Ты ж... Такое ощущение, что ты говорил про футбольный матч, который состоится через неделю, да? Ты про Ильча говорил сейчас? Куваром. Владимир, давайте быстрее. Спасибо. Спасибо, Шипа. Зачем здесь два лица? Тролли какие-то, что ли? Да не, я просто не увидел, у меня тут, блин, вообще капец какой-то с аддонами, блин. Так он и так в ШП, вон у него так в ШП, да. Объятие вампира. Я в ШП даже Вальку хилил. Еще раз чек на пул. До 20 минут мы должны закончить этот инст. Это Коваленко, доверчивый, где вы? Доверчивый, Фурик, все здесь, пуляем. Один раз покажу, куда вам ставить метки на второй фазе. И ставьте их туда. Дашь на Шиморе Боб
воет на щеноре, да, Жбук? Тяжко 5 секунд. Беги, малышка, беги! Тебя в глыбе остался, меня не притянуло. Это круто, по-моему. Дайте им пользоваться. Да, да, я в глыбе сидел, меня не притянуло. Прикинь, какая хрень. Дайте соли попробую, пожалуйста. Откладываю. Метки выносим, меточки. На мне меточку попробую скинуть ее. Не знаю, получится, не получится. Не получится. Не получилось. Ну, тогда прячьтесь, бейте. Там, куда падают они. Дайте сальву на ДК. О, в смысле, на длань. Длань спасения. Гру там Оптимус. Оптимус, Арконна. Сове можно дать сальву, потому что сова без талантов на агро. Песку можно либо шинори, либо катапульте. КД. Прям дальше. Далеко так не ставьте, Синдруток. Все будет хорошо. Тяжко. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Припишите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Взлетка 10 секунд. Дайте Синдру. Питает она. Летит после дыхания. И не полетит. Он не полетит. Нет, полетел. Смотри, 36%. Ну и хорошо. Все, что тикает. Придется полететь. Сразу будет вторая фаза. Бьем склепы. Бомба в центре. ДК в глыбе, ужас. Берет танк. Дети на пауках будут садиться. Как четненько. Супер, супер разбитие. Фаза 2. Встаем в желтую хуйню. Вот напрыгивает. Метка под лапу. Шинори под лапу, милики отошли. Двигаем сразу. Сразу. Второй не трогаем. Только дотаем, потому что будет притяжка. Вторая метка на перчем. Идет под лапу. Перчи идет под лапу. Метку не сливаем. Только за доту тебя ждем притяжку. Все скопились в трусах. Давайте быстрее метку мы слим. Метку слейте сейчас. Следующую тоже под лапу. Коваленко, уходи туда. Эти склепы эти. Да, там только попало больше меня. Идем вторую притяжку. Оптимус под лапу. Под лапу милики ушли. Две глыбы будут. Ничего страшного, разбиваем их. Притяжки второй. Хорошо, идем. Паладин под лапку. Слева решил вынести. Лучше под лапу. Теперь
И так ее убьем. Вот под лапы. Уж не меняй. Пес хороший. Леп, не сливайте, стойте, стойте, притяжка. Все, следующий склеп налево. Перка влево. Меня сначала притянуло, короче, Синдра притянуло, а потом хвостом откинуло. Нормально, полетал на то. Смотри, только упал, да? О, стая. О, смотришь, осколок. Понятно, нету клыка. Все, я клыка целый, нет. Пошел. Ты зря пошел, да. Вообще зря, вообще ничего. Так, лечу. Коготь жестокости, синдрагосы. Берем скобомет. 86. Что же найдет, да? Там РПБ, все дела. Ну да, рогай, все топово. Коваленко. Где он? Что там, психанул? Пал жрец лок, обычная печенка. Оптимус. Тебе обычно нужна, да? Не-не, я пошутил. А, ну ладно. Террас 89. Отдам Палу. Ему только две надо. Не знаю, зачем печенка. Ну, мне. Разбойник, Рога Макдуль, печень. Две отдам. Мне надо печеньки. У него половодина. Половодин половина. Где сова это? В какой он группе? А вот. Келея, не, спекся в ретрика, тут хила достаточно. Давайте я подиспелю чуму. Да, Эршам, два Эршама, Эрдру, ДЦ достаточно, давай в ДД. Дру похилил и нормально. Копал, что хилил сейчас ради? По идее, да. Ну вот он на третьем месте, Фален Паладин. Ну, типа, если бы он был печатью света, было бы столько же. Главное, никто не умер. Довольны. Чё, кого там? Сум Азин Рота, сум, сумоним. Шаман тыкать. Идите локу сумануть. Все, шаман тут. Даем фул бафы шаману. Я запускаю лича. Или певчий это делает. Сейчас ровно, сколько там, минуту, да, на бафы, на все дела. Чё, где мы танчим лича, да? Надо определиться. Здесь, наверное. У меня есть ракеты. Прямо тут потанчим, где один дымок. Прокачи за шкафом. Вот здесь я буду. Вот здесь, да. Здесь стоим в сове. Слева от совы, чтобы с мобов не вновь всякое не прыгало на рейд. Лича рейд тут. Лича к рейду спиной или лицом? Лича мордой к террасу. Вот, желательно. Потому что вурдалаки появляются со стороны лица лича. Вот. Таки там развернуться. МК. Кому МК? Как кидаем? Я кину, короче, Мерлин. Все, погнали всекать, срочно. Бей, кинул Шинори. Так, Шаркач вылез. Тьма, 2 секунды. Готовились вносить. Тьма Коваленко. Коваленко, он умрет? Не. Нет, не умер, его. Прикинь. Он просто остался, он не вынес. И вынес, да? Я его здесь спойлил. Кашанул, что ли, или как он там? Я здесь спойлил, потому что хорошо. Я его не выносил. Он бы умер просто. Да, выносим вторую, чё? Пистола. Тьма 2 секунды. И обязательно надо вынести. Дед Мерлин. Так, молодец. Хорошо.
85%. Плеча тройным, правильно. На миликов там чума покидалась. Охуенно. Вот да, это что, перед сушением было, да? Да. До второго шаркающего отходим на фазу. Чума, надеюсь, там на трэше где-то, иначе много стаков, бьем гневного, там ты, вы на сферах, ты на сферах, помогает тебе ШП, ником Хендриксон. Гневный дух на цезии, бьем его. По станам, а, валькириям что-то не сказал, да, ну ладно, Террас, ты даешь стан печенке, Войт, ты даешь стан трусам, отлично, нету? Отлично, совы, долбаните по шаркающим звездопадам, срочно, всекайте РДД. Да есть чума, он кровит. Чё ты пугаешься? Тупо, блядь. Уходим на фазу, добиваем духа, встаем под лича. Бьорн, да, танч, стан печенки, Войт трусам, Роги, вы станете ромбик. Встаем в квадрат, лечу, фалькиры, осквернение будет, пикаем валик, инфа специально для дарков, валик нужно сливать полностью, на пол хп. Сонори отрывается от меня, я в вальке. Трусы, ромбик, из служи вышли, а лужа прям под ловушкой. Пойдем в квадрат. Сюда, чтобы лететь в другую сторону. Квадратик за спиной влеча. Можем сделать и чего с духами. Отлично. И с чумой делать? Так, после вальки осквернение выносим влево. Рейд уходит вправо, это где портал. Можно не уходить, вот. Валька лежала не там. Там печенки, осквернение, выходите с рейда, Сакру, ой, дай. Мы красавица. Умерли? Нет, не умерли. Собираемся все срочно. Срочно у лича собираемся, с другой стороны. Киру попробуем убить трусы. Вали человека одного. Кто разлил лужу, не бегайте по краю лужи. Сейчас осквернение еще будет. Еще одно, не разлейте его. Лужа. В террасе. Гаемся к лечу, все в квадрат. Станы сразу даем. Очень сложные валькиры сейчас будут. Но их не будет, потому что... Что? Правильно, будет переходка. Входим на край. Тупо повозил. Да, тупо зерганули мы этого босса. Крест. Нет, это дух. Умерло двое. Топтали вы там в центре. Короче, немножко. Ладно, бывает. Рой дух. Не врывайтесь, пока не поставят его. Верю, Дарморья вас скинула, да, я правильно понял? Иннера шаману или там гимн какой-нибудь. Гимн на ману прочитай, прочитай, пингвиночка. Залейте шаманом. Сези Азинроту, Аркона, пистоле, Супердру. Уже пистоле залей. Еще один дух. Слово ХП. Большого, большим ХП. Играем на краю духов. Сейчас будут комнаты. Комнаты нужно захилить. Специально для дэшеров. Моба не убивайте, пока он не будет кастовать. Иначе он может забагаться и лич уйдет в берсу. Инфа проверенная. Так, и сушение по духам. Давайте. Давай, я бомба, я мультидочу. Лича уводите. Дайте рост, пожалуйста. Дайте геру. Давайте сыграем духов, чтобы ачивку сделать. Давайте. Десятка. Герой. У духов осталось.
уходите, от кого летит. На кого дух летит, взрывайте. Давайте, уходите. Эти пусть полечу, играю. Играю. Все хорошо. Идем к следующим духам. Начинаем дотить их. Быстрее. ДД, все. Все в кучу. Дотайте их, убивайте духов. Мелики играют. Не тупим со сквернением, главное. Сыграем по духам. Быстрее заливайте их. Летят они к нам. Не взрываться они. Стреляйте их. Все, следующая пачка. Эти там одинокого этого хрена. Все, давайте следующий. 26%. Маны мало. Блин, спойдим на ману. Духов. Потом фулл АУЕ. Эти по лечу играют. Лужа 3 секунды. Разлейте. Летят на духов, которые спускаются. У которых много хп. Спускается ж. Должен рвануть он. Звездочку, за ней еще один. Супер, молодцы. И там еще. Бля, я уже не успеваю, сука, бить. Успеваю дотать их. Давайте, последний трэш. Пожал все копии, все свои бурсты. Иди, сова. Дух в центр летит, убейте его. Еще двое летят там. Двоих слева убейте. Чтобы не взорвался, главное, отходите от них, чтобы не рвались они. Сука. Что там с лечом? Ну, блядь, отойдите, чтобы не взорвались. 17%. Идите от духов, отойдите. Все, взорвайте леча. ДД в леча. У два духа остались. Не пускайте их в рейд. Да нет, что там? Все уже взорвали, расслабьтесь. Бали, да? У вас тайфуном там. Такое. Это было весело. Успели? Взорвались духи? Проканает, кайтите их, убегайте, короче, от духов. Может, получится. 11%. Нет, взорвался, блядь. На девчонку. Да, взорвались. Блин, как мы убили три волны, это было неплохо. Герой, фух. Умили побольше был ДПС, мы бы сделали от чего. Ладно. Нет, а надо еще пару сов взять и бабочки. Хороший рейд. До 3 часов ночи уложились. Супер. Я так и планировал. 2 часа ночи сейчас. По-моему, по МСК-3 у вас же на час меньше, да? На Украине. Вот, у нас 3. Да, ебучая Украина. Ты отлично их обучил. Там такой. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут... Чё ты там писал? Чё? А сирот пойдёт от их рук. Нормальный рейд ты собрал, мне понравилось. Это про кого скобомет пишет вообще? Нау. РК там кто-то просится. Сейчас перенесем. Свет, даруй мне последнее. Кто это сказал, кстати? Разбитите оковы. Невозможно. Бати Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни!
Отец, я свободен. Да нет, неправильно ты вас сказал. Не Украина ебучая, а там, где вы живете. Вот. А там, где нас нет. Ладно, может, я неправильно сказал, ну блин. Ребят, ты монета? Чего? На лут? На рогу, монеты, мы над этим. А, двое же упало, да? Давайте тогда это, отличие отойдем, когда останется у него там 2% милики. А лутать не будем, суманем рогу. Ты сейчас по-любому какой-то бомб все лутанет. Все, отойдите от этого отличия, милики, отходите, рогу сейчас суманем, где он там, Коваленко. Лича, не лутайте, лича. Не лутать. Сразу после боя шкаф. Давай шкаф. Жить от нажимания кнопок по лечу. Коваленко. Давай труп бери речь. Ленка. Сумон. Катя. Вообще дисциплинированный рейд очень. Сказал, не лутайте. Люди не лутают. Вообще уважаю вас всех. Да, Рога здесь. Здесь Фаленраж, хранитель клятв, осколок льда тьмы и непобедимый. Да уж. Ничего на паладинах нет. Фалик ролим. Ханты вары. Непобедимый, говоришь? Да, я же забрал его. Фаленраж. Певчему отдам, наверное. Дайте порт. Там вот ставит уже доверчивый 70. Кому же отдать? В смысле 70? У меня 88. Я 88. Да, руки не идет эта штука. Я тоже думаю, она же хантам варом вроде. А да, наверное. Для подбор статок идет роль. Хорошо. Шип какой-то. Клятву рольте. Хранитель клятв, надо кому? Милике. Цезию, отдам цезию на кота тогда. Все, ребят, всем спасибо за рейд, вы молодцы. Токены. Ну да, еще разные. Но... Спасибо всем, кто пришел. ЕП. Ну, наверное, нет. Зармория. Одна печенка. Чем тебе... А, все правильно. И вторая выпала жрец лок печенья. 74 крабочка. Крабочка, держи. Все, всем спасибо за рейд, все свободны. Приходите еще. Кто-то уже в Каменор летел, да? Нормально, что? Теперь надо в РС-2 БДК. Давай РС-обычку тогда еще соберем. Хули нет-то. Собираю, я маком пойду. А вы на приколе 2 часа ночи, капец. Что нет? Да, мы еще раз 10 хм потом соберем, блядь.